Всем привет! Вот наконец-то мне пришла новая деталь на Cherry. Вот я старую снял, вот там трещина у нее. Сейчас я вам покажу. Трещина, ничего не взяло, ни герметики, ничего. Как была трещина, так и осталась. Так что деталь, утиль. Так, что я хотел вам по поводу сказать. Перед тем, как устанавливать датчик, обратите внимание, то, что датчик не закручивается до конца. Его нужно закручивать до упора, покуда он не перестанет крутиться. Иначе будет вот такая же трещина. Если попытаться закрутить его до конца. Можно промазать чем-нибудь вот здесь вот, как я это сделал. Ну, это для дополнительно. Объясни причину. Потому что у них резьба идет конусная. Чтобы не ставить никаких прокладок. Вот. Чтобы ничего не вытекало. И поэтому датчики не идут до упора. Ну, точнее, не до упора, а до конца они не идут. Не надо их пытаться вкрутить до самого этого. Вот у них даже видно здесь конусная резьба. Если присмотреться хорошо. Это на старом датчике. Да, на увеличение она идет. Так что перед установкой помните, что как только уперлась и дальше не идет, лучше не вращать, потому что будет вот такая вот проблема. Металл, потому что мощный, толстый, и он может треснуть. А вот эту вот проблему уже не заделать, и масло будет так хлестать, что просто вытечет буквально за пару минут. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал, ставьте палец вверх. И до новых публикаций. А я пошел ставить деталь. Всем пока. Кстати, не забываем деталям прокладки покупать. Потому что прокладка это тоже незаменимая штука. Чтобы ничего не утекало, не убегало, не упрыгало. Всем пока.